Всем здравствуйте! Актрисе Марине Александровой частенько достаются роли женщин, которым сложно добиться счастья в романтических отношениях. В реальной жизни звезде тоже пришлось пережить немало поражений на любовном фронте. Роман знаменитости с Домогаровым активно обсуждали поклонники звезд и журналисты. Александр старше своей ныне бывшей пассии на 20 лет. Но не только возраст стал причиной ссор между влюбленными. Артист позволял себе крутить романы на стороне. Даже возвращался к своей бывшей. Марина пыталась бороться за эти отношения, но ничего не вышло. Иван Стебунов помог актрисе залечить любовные раны. В браке супруги прожили 2 года. Они редко виделись, зато их совместное времяпровождение было насыщенным. Актер признается, что инициатором спонтанных приключений была Марина. Чувства и отношения пары завершились так быстро, что теперь они практически не общаются. Но настоящей счастливой женой и мамой сделал актрису Андрей Болтенко. Она не скрывает, что влюбилась в режиссера с первого взгляда. По мнению звезды, их свела сама судьба. Она считает, что никого не любила до супруга. Андрей ей показал, что к бывшим мужчинам она чувствовала страсть, влюбленность и симпатию. Теперь звезда точно знает, как любить по-настоящему. У супругов 2 замечательных деток – сын Андрюша и доченька Катя. Актриса не считает себя строгой мамой. Детям она дает больше, чем от них требует. Она не желает, чтобы ее малыши чувствовали себя скованными крепкими цепями. Марина Александрова относится к актерам, которые предпочитают закрытость и уединение. Семейная жизнь превалирует над работой. После рождения 2 ребенка актриса придирчиво относится к выбору ролей и соглашается только на достойные предложения. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!